В Сыктывкарском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Фисенко по факту хищения средств компании «Комавиатранс» на сумму более 59 миллионов рублей. По версии следствия, в 2020 году руководитель предприятия, 100% акций которого принадлежит Республике Коми, незаконно выплатил выходные пособия начальнику отдела закупок и помощнику гендиректора, которые проработали в этих должностях незначительное время, причинив Комавиатрансу ущерб на сумму 560 тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году Фисенко договорился с директором частной фирмы «Анера» Олегом Землянским об аренде 3 воздушных судов, которые были в нерабочем состоянии и требовали ремонта. Акционерное общество понесло расходы на восстановление летной годности самолетов, принадлежащих сторонней компании в размере более 58 миллионов рублей. Бывшему руководителю акционерного общества выдвинули обвинение в растрате с использованием своего служебного положения. Его сообщнику вменили пособничество в хищении.